Мої вітання всім глядачам першого міського. В студії працює Владислав Новіков. Це проект «Інтерв'ю дня». Сьогодні будемо говорити на надзвичайно цікаву тему. Проект «АЦИСПРО». У нас в гостях координатор цього проекту Михайло Перловський. Я вас вітаю. Також ще програмний менеджер БОБТ «Мережа». Да, добрий вечір. Давайте все це розтлумачимо. Розкажіть з самого початку, що таке мережа місто Кривий Ріг. Так. І що таке АЦИСПРО? Да, значить, благотворительная организация «Мережа. Город Кривой Рог» – это один из филиалов всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, еще такое название тоже бытует. Да? Сейчас происходит некоторый ребрендинг, поэтому изменение названия связано с изменениями некоторых и расширением некоторых приоритетов деятельности. Но, конечно же, в свое время «Мережа» была основана людьми, которых коснулась эта проблема, и эти люди объединились для того, чтобы инициировать старт антиретровирусной терапии в Украине, старт профилактических программ среди уязвимых групп населения. Да? И это их, конечно же, заслуга. Они сделали своего рода миссию. Да? То есть они поставили жизнь человека, как бы это ни пафосно звучало, но в данном случае имеются конкретные факты и результаты о том, что жизнь человека и не имеет значения, ВИЧ-инфицирован он или не ВИЧ-инфицирован, она прежде всего ценна, она единица, и за нее нужно бороться. А что касается АЦИСПРО, то это, да, это проект, финансируемый программой PEPFAR, это чрезвычайный план президента Соединенных Штатов Америки, да, то есть это такой большой, один из крупнейших больших доноров таких благотворительных средств, и поэтому для того, чтобы такой донор мог, да, доверять, да, рассчитывать на какие-то результаты, да, на эффективность внедрения проекта, одним из реципиентов такого уровня средств является благотворительная организация «Мережа». И мы, как Криворожское отделение этой организации, внедряем этот проект на территории Днепропетровской области. Мы вовлекли город Кривий Ріг, город Дніпропетровський, Кам'янська. І у нас, звісно ж, в планах ще город Павлоград. Проект «Мережа» він всеукраїнський, але ще є, так би мовити, філіали. Да, проект АЦИСПРО. «Мережа» – це організація, яка імплементує цей проект. Так, я а проект АЦИСПРО, да, він всеукраїнський. Він вовлек кілька областей, які найбільше зараз підвержені такому явленню, як епідемія ВІЧ-інфекції. Давайте простими тоді словами, що таке проект АЦИСПРО? Яка його мета, що це? Да, да, спасибо за вопрос. Мы уже неоднократно и в эфире говорили, и говорим об этом со специалистами, да, с профессионалами. Для того, чтобы остановить эпидемию ВИЧ в мире, в Украине, у нас есть весь инструментарий. Да? Диагностический инструментарий, лечебный инструментарий. Мы можем его диагностировать и выявлять очень быстро. Ресурсы, возможности есть. Да. Лечить мы можем, да, мы обеспечены в полном объеме антиретровирусной терапии, и для пациентов она бесплатная. Вот, это очень важно. Как и вся диагностическая, да, вся диагностическая история выявления ВИЧ, да, практика, она бесплатная. То есть мы имеем инструмент для того, чтобы выявить, мы имеем инструмент для того, чтобы лечить, чтобы курировать эту патологию, то есть ее контролировать. И продлевать человеку жизнь настолько, насколько он ему, как бы, ну, природа заложила, да, Господь Бог. Давайте трохи забігу наперед, щоб, так скажемо, заінтригую наших глядачів. Проблема ця вилікована? Да, однозначно. Однозначно. Термин «излечимый», он слегка, можно сказать, немножко некорректен. Да? Можно говорить о том, что излечима патология, ну, это нужно определять критерии. Это достаточно сложно. И в этом контексте инфекционных патологий, любых других заболеваний, именно вот конкретно взяли и излечили, чтобы этого заболевания или этого инфекционного агента не было, таких заболеваний очень мало. Ну, який сенс вкладывается, да, именно в, да, вилікований спектр? Смысл в излечимый корректно и грамотно вкладывать то, что мы можем сделать в этом заболевании такую ремиссию, которая всего лишь буквально на один день длиннее, чем жизнь человека. И если медицина достигнет этого эффекта и введет эту болезнь в ремиссию, которая не приведет к смерти или ухудшению качества его здоровья, тогда можно сказать, что болезнь излечима и поддается контролю. Это как раз о ВИЧ-инфекции. Давайте еще простіше, ще простішими словами. Ось, наприклад, ти захворів, тебе температура, якийсь вірус. Да. Що ти робиш? Пігулки, народні, усі ці методи, допоки в тебе все це не пройде. Так. В цьому випадку як це відбувається? Так само? Так само. Единственное, что у нас есть терапия, которая должна приниматься пожизненно, да, для того, чтобы контролировать репликацию вируса в организме, чтобы его полностью
ну, придавить для того, чтобы он не размножался в организме, потому как ВИЧ-инфицирование можно превратить, будем так говорить, в длительное носительство. Мы являемся носителями многих инфекций. У нас в кишечнике полно инфекций, которые приносят нам пользу, а не вред. И мы от них не избавляемся, мы являемся ими носителями. И вот мы имеем препараты, которые превращают вирус иммунодефицита человека в носительство, которые не причиняют вреда здоров'ю і качеству життя. Але ти в даному випадку залежиш від вже пігулок, якоїсь, мабуть, постійно слідкувати якось особливо. Да, нужно... Це дуже затратно. Это не просто. Это о приверженности к лечению, это не просто. Но мы имеем массу заболеваний, при которых принимать препараты нужно пожизненно. Гормональные, хронічні, да, мабуть, хронические, да, хронические заболевания, гормональные заболевания. Гипертоническая болезнь – это пожизненная терапия, это каждый день нужно пить таблетки. Об этом пациенты забывают, к сожалению, поэтому у нас есть осложнения, да, сердечно-сосудистые. Но это, ну, поэтому ВИЧ ничем особенным не выделяется на фоне других заболеваний. И, но зато вокруг ВИЧа создан вот этот вот весь ореол такой черный. Это нужно от этого уходить и нужно понимать здраво, грамотно о том, что ВИЧ-инфекция – это контролируемая патология. Все. Ну, це дуже... Дуже тішить, скажімо так. Тепер повернемось до АЦИСПРО, до саме мети зупинки епідемії. Ви казали, є принцип 90-90-90. Поясніть, що це за принцип, як він працює? Я перед тим, як ми перейдемо к этим, да, к этим действительно основним таким китам, да, целям, которые мы должны достичь и можем достичь, да, у нас есть для этого все силы и средства. Я скажу немножко о проекте, да, потому что он связан с этими целями. Так, будь ласка. Да. Проект АЦИСПРО имеет длинное название, но если просто, да, сказать с английского языка слово access, да, это слово доступ. Да, доступ к медицинскому сервису. Вот. Для того, чтобы достичь целей 90-90-90, в чем они заключаются? В том, чтобы 90% ВИЧ-инфицированных людей знали о своем ВИЧ-статусе. Знающие люди о своем ВИЧ-положительном статусе начинают терапию. И из них 90% принимают антиретровирусное лечение, то есть адресное лечение. Тобто 90, щоб були обізнані, да. щоб знали, що в них є така проблема. Абсолютно верно. 90... Из них 90, да, представьте себе эти ступеньки. Так. Из них, из этих людей, которые знают, 90% получают антиретровирусную терапию. Тобто вже якось уже сприяють... Все, они уже контролируют свою инфекцию, и они стремятся к чему? Контролю этой инфекции и принижение ее, этого количества вируса в организме, да, я стараюсь, так. Вот, в организме до практически неопределяемого уровня, это уже третье 90. Это уже третье? Да. И вот на каждых из этих трех китах, да, можно сказать, что здесь можно говорить о том, что здесь ответственны и могут помогать медицинская сфера. Да, действительно. Мы, каждый из нас, рано или поздно сталкивается с какой-то проблемой, да, со здоровьем. Мы обращаемся куда? Обычно в первичную медико-санитарную помощь. Да? Мы туда обращаемся. И там мы можем выявлять ВИЧ-инфекцию. Угу. Что это, как сейчас это, в принципе, и происходит. Дальше. Когда мы выявили ВИЧ-инфекцию, нам нужно начать ее адресно лечить, да, а именно антиретровирусной терапией. Это также назначение антиретровирусной терапии, это прерогатива кабинетов доверия, врачей-инфекционистов, это прерогатива центра профилактики и борьбы со СПИДом. Да? Угу. Вот. Но представьте себе вот эти две ступеньки, но для того, чтобы переступить с этой ступеньки на другую, здесь нужен некий мостик. Ось или некий поводырь. Тільки хотів запитати, самий складний, да, етап з, да, з цих трьох. Який? Вот я сейчас третий опишу, да, и потом мы потом поймем место этих мостиков, да, так называемых. То есть, и есть третий этап, это когда уже мы имеем результат, да, эффективность лечения. Для того, чтобы перейти в результат, нам нужно, как вы правильно заметили, сложно принимать препараты каждый день. Это о приверженности, нужно об этом помнить. Это опять же, да, контроль лечения, диагностика и, ну, мониторинг побочных эффектов, мониторинг всего, это тоже про медицину. Но опять же, чтобы человек, получая РТ, перешел к этому третьему мостику и получил эффективность лечения, здесь тоже нужен некий поводырек. И вот именно в проекте АЦИСПРО мы внедряем так называемую модель инициирования тестирования на ВИЧ по желанию, да, по инициированию со стороны медицинского работника. Но медицинский работник выявляет, и дальше он перенаправляет его к определенному специалисту. Для того, чтобы человеку дойти до АРТ, ему нужно преодолеть некоторые
не будем называть это барьерами, некоторые ступеньки, да, это диагностические процедуры, это тоже ультразвуковое исследование органов брюшной полости, это тоже консультация фтизиатра, да, это, возможно, магнитно-резонансная томография, ну, комплекс каких-то диагностических процедур, которые необходимо инфекционисту знать для того, чтобы правильно назначить лечение. Ну, это нормальная практика, но для того, чтобы это дойти, это достаточно непросто. Поэтому вот здесь нужно социальное сопровождение. Это кейс-менеджменты. И это именно о той модели координации усилий, где медицинский работник в связке с кейс-менеджером, или еще его называют социальным работником, совместно, да, ведут пациента от первого мостика, ну, от первого столбика к второму и к третьему. Угу. И таким образом в связке мы можем достичь вот этих целей и приостановить эпидемию. Ви дуже гарно все розповідаєте, але, мабуть, складно для глядачів. Ну, я прошу прощення. Ні, я маю на увазі те, що давайте ще раз зупинимось і простими словами. Ти приходиш до лікарні, да, і медичний працівник повинен вже тобі якось запропонувати, чи що? Ну, от слово «должен» мені тут не дуже подобається. Він може предложити тестування. Может. Мы должны помнить о том, что тестирование на ВИЧ у нас на сейчас это добровольная процедура. Вот. Поэтому люди, да, граждане, население, оно должно прежде всего заботиться о своем здоровье самостоятельно. Потому что ответственность за здоровье – это прежде всего твоя, да, личная прерогатива. Вот. Поэтому, конечно же, было бы хорошо. И нужно помнить о том, что все мы находимся в рисковой зоне. Мы очень часто практикуем незащищенные половые связи. Вот, поэтому это уже является причиной для того, чтобы хотя бы раз в год проходить тестирование на ВИЧ. Вот, это первая часть, это со стороны людей, да, пациентов. А вторая часть, конечно же, в арсенале семейного врача есть быстрые тесты, есть возможность тестирования на ВИЧ. И учитывая нашу социальную картину, на нашу эпидемическую картину, с которой ознакомлены, да, первичная помощь. Вот. Учитывая вот эти все факторы, потому как мы достаточно в напряженном регионе по ВИЧ-инфекции находимся, врач может предложить тестирование на ВИЧ и таким образом предотвратить выявление именно ВИЧ на стадии 3-4 клинической стадии, когда уже, извините, но Боржомі зачастую поздно піти. Ну, це, мабуть, самий такий складний все ж таки момент. Да. Запропонувати. Да. Які є Абсолютно. Складнощі, давайте їх розподілимо, у медичного працівника та у людини. Медичний працівник теж з якихось причин може не згадувати цю тему, обходити її, і людина також може боятися. От давайте тезисно виділимо всі страхи і їх уберемо. Ну, это такая амбициозная задача, сразу убрать страхи. Ну, да, почати завжди действительно, можна. Действительно, вокруг ВИЧ-инфекции создано очень много, ну, таких стереотипов, мифов, таких ментального, можно сказать, извините за слово, мусора. Потому как ВИЧ на самом деле в своей сути, он очень нестойкий, и им достаточно сложно заразиться. Вот. Нужно не один раз практиковать незащищенные половые акты, чтобы им заразиться. Точно так же и иглой, там в листве им сложно заразиться. Это первая часть. А вторая часть, то, что это, в принципе, очень хорошо курируемая патология. И сейчас, буквально недавно, возможно, люди, ну, знакомы с интернетом, да, они смотрят новости, то и сейчас отпраздновал свой практически 100-летний юбилей человек, который ВИЧ-инфицировался в 80-х годах. 100 лет. Попробуйте каждый прожить 100 лет. Даже без ВИЧ-инфекции. Факт уже є. Да. Вот. И это не, одно, не, ну, не, един, не единый факт. Вот. Но вокруг этого очень создано много страхов, вот этой вот мораль. Да? Можливо, вот. Це все з минулого, коли Конечно. Проблема Конечно. Людей з наркотичною залежністю да. і всі ці історії. І когда мы, допустим, вот мы проводили акцию недавно на Еврофесте, тестировали, ну, население, предлагали, конечно же, добровольно предлагали. И когда радует, что молодежь идет без проблем. Спокойно. Да, очень спокойно, очень весело, радостно, ну как, ну нормально. Они Можливо... не воспринимают это, они не воспринимают, извините, да, так, они так. не воспринимают это как оскорбление. А люди, ну, мягко говоря, среднего и старшего возраста почему-то воспринимают предложение тестирования на ВИЧ, как будто бы им предлагают какой-то порочный акт. Или их в чем-то могут обвинить. Вот, вот эта вот социальная, вот эта эмоциональная окраска ВИЧ-инфекции,
она служит тем, что в этом возрасте, и именно в этом возрасте, да, в среднем и в старшем возрасте, который сейчас, можно сказать, тоже подвергается ВИЧ-инфицированию, именно в этом возрасте часто выявляют ВИЧ на поздних стадиях. Угу. А это не очень хорошо. Ну, молодь, мабуть, не зачепила ось цей всей да, негативный вот это, ареол. Да, вот это вот морализаторство секса, да, которое мы были подвержены, да, если мы родились в Советском Союзе, вот это морализаторство секса, оно молодежь, к счастью, не затронуло. Що повинен, про що повинен думати лікар, коли пропонує? Яких стереотипів не повинно бути? Нужно представить себе, что анализ на ВИЧ-инфекцию, да, вот быстрый тест на ВИЧ-инфекцию, это такой же анализ, как на гемоглобин. Точно такой же, он ничем не отличается. Если мы его будем озвучивать в перечне любых других анализов, там флюорография, реакция Вассермана, анализ крови, анализ мочи, то есть на самом деле этот анализ, он, ну, такой же, он равен другим диагностическим анализам и ценность несет, можно сказать, такую же. Но почему-то именно анализ на ВИЧ-инфекцию мы выносим каким-то отдельным таким, ну, как бы, островком, к которому мы подходим как или к десерту, или наоборот, к чему-то не очень хорошо пахнущему. И дуже так, мабуть. Да, и вот если вокруг этого начинаются вот эти вот ментально-эмоциональные танцы, то, конечно же, пациент начинает подозревать. Подождите, мне что-то предлагают такое, что, наверное, надо отказаться. А если мы это дадим в перечне, конечно же, это должно сопровождаться юридическими документами, подписью, согласием, да? И каким-то стандартным пояснением. Но это стандартные все формы, вот, и это ничего в себе такого не несет, потому как действительно тестирование ВИЧ – это добровольная история. Ну и так это же хорошо, это замечательно, у нас есть выбор. Як повинен тоді реагувати пацієнт? Спокойно. И радоваться тому, что ему наконец-то это предложили, потому что рано или поздно, да, можно с этой проблемой столкнуться. Так поэтому, если нужно воспринимать, смотрите как, нужно воспринимать эту историю в том плане, что если мы прячем голову в песок, это не значит, что над песком не дует ветер. Да? То есть не нужно прятаться, от себя не убежишь, это всегда с тобой, это всегда, оно всегда тебя догонит, рано или поздно оно тебя догонит. Так пусть не догонит, пусть вы будете впереди, вы будете проактивны, а не пассивны. И в этом случае, если вам это предложили, на это стоит соглашаться, это ни к чему плохому не приведет, это наоборот приведет к тому, что вы можете быть здоровы и жить без, ну, бесконечно достаточно долго. Не так багато часу залишається в нас, тому давайте ще поговоримо на такі питання, які загальні, скажімо так. Які шляхи зараження є найчастіші? Ну, основной путь передачи – это незащищенные половые связи, конечно же. Это тема велика. Але... Да, тема достаточно, ну, не маленькая, да. Але я знаю, до нас колись в навчальні заклади приходив соцпрацівник, казав, що насправді це міф, і що секс без презервативу можна навіть і не заразитися. Угу. Це спростуйте, чи... Когда мы говорим о рисковом поведении, да, небезопасном рисковом поведении, мы говорим вот это слово «риски». Риск – это неоднозначное, да, свершение некого факта. Это что-то подобное лотерея. Конечно же, риск инфицирования ВИЧ с одного незащищенного контакта, он равняется где-то 0,1-0,2%. Да? То есть из 100 половых актов, да, или из 1000 половых актов, только один может быть сопряжаться, ну, сопрягаться с ВИЧ-инфицированием. Тобто не факт, якщо... Не, не факт, но я хочу, как бы тут, чтобы не передергивали люди, да, или, как бы, может, неправильно трактовали мои слова. Да, действительно, риск с одного раза незащищенного секса, риск невысок. Но он, конечно же, существует. И мы знаем, что люди выигрывают миллион с первой лотереи, да, с первого билета. Такое бывает. Вот это о лотерее, да, или о русской рулетке, в которой, допустим, 1000 патронов в барабане, да, и одна пуля. Да, риск невысок, но пуля может выстрелить. Поэтому с каждым последующим незащищенным актом увеличивается вероятность того, что вы ВИЧ-инфицируетесь. Буквально у нас півтори хвилини залишається. Є ще таке цікаве питання. Якщо вже людина зайнялась сексом без презервативу, через який час вона може перевіритись так, щоб вже достовірно отримати результати? Коротко по цьому питанню. Я думаю, що було б правильно і грамотно, і цивілізовано тестуватися на ВІЧ людям активного сексуального, да, періоду, возрасту,
раз в год мінімум. Тобто у нас є... Ні, якщо факт вже відбувся, ти не знаєш, що і... Ні, вішатися не стоїт, плакати по цьому поводу не стоїт, але потрібно пам'ятати о тому, що сіро-негативне окно, тобто це той період часу, коли ми від моменту інфіцирування до виявлення антител, а іменно определення, да, положительного тесту на ВІЧ, проходить іноді 3, 6 або 9 місяців. Тобто це от так називаємо сіро-негативне і достатньо опасне окно. 3, 6, 9. 9 місяців, так. Це от, ну, не, ну ви поняли, да? 3, так. 6 або 9. Вот. Зрозуміло. Поэтому лучше практиковать секс защищенный. Дякую за розмову, за дуже корисну інформацію. Я думаю, що ще зустрінемось і ще будемо спасибо вам говорити. Большое. Для нас честь, ми завжди раді участвувати в таких дискусіях. Навзаєм. Михайло Перловський, програмний менеджер БОБТ-мережа, також координатор АЦИСПРО, був у нас в гостях. Наразі проєкт «Інтерв'ю дня» завершено. В студії працював Владислав Новіков. До зустрічі на першому міському.